Померли. Такой очень известный монастырь, очень значимый в истории, явивший целую плеяду подвижников. Вот. Такое место, ну, не может быть забыто, потому что святые — это покровители монастыря. Они его не забыли, они о нем молятся. В 1950 году, когда праздновали юбилей 750-летия монастыря, вот, восстановили к этому времени храм в колокольне, уже стала совершаться литургия. Там были развалины, в каком-то, при царе Горохе кто-то взорвал на острове. Вот, и этот Спас Камень назывался. Ну, значит, вот Саша Плигин приезжал и восстанавливал. Я помню, они там с мужиками на каких-то тракторах тащили туда какое-то оборудование, фотографии есть. Там же водой заливало все, и на тот остров вот попасть. А то, что мы совершаем почти ежегодно такой прыжок, это дань уважения. Дань уважения человеку, который и связан и с парашютным спортом, и связан с нашей историей. Вот мы ради этого совершаем такие прыжки. По мере возможности наши спортсмены посещают сам остров, сам монастырь Спас Камень, ну, принимают какое-то участие. Там участие все может быть, и в строительстве, и в помощи как материальной. Ну и даже вплоть до того, что в помощи какие-то продукты завести туда можно. Это принимается участие, конечно.